История, которая произошла с Яркыном 13 лет назад, похожа на вымысел, и все же это суровая правда. Он упал с 12 этажа и сумел выжить. Трагедия совпала с днем рождения его супруги. Шинар со слезами вспоминает те печальные дни. Тогда еще молодой паре было 4 года, и то падение нанесло сильный удар. Семья снимала небольшую комнату в общежитии. Шинар было тяжело каждый раз поднимать супруга на 5 этаж, и они решили попросить помощи у неравнодушных граждан. Государство и общество отнеслись к нам с уважением, помогали всем необходимым. Депутат Осиненко определил сына и дочь в детский сад. Тогда это было действительно трудным для меня. Помогали все. Большое спасибо партии «Нур Отан». Там также оказали нам поддержку. Яркын был прикован к постели 2 года, но ради своей семьи он не сдался. Я учился сидеть в инвалидной коляске с 2009 года. Жизнь началась уже совсем другая. Учился ходить заново, сидеть, есть и пить. Так как дети растут, нужно работать. При поддержке Нур Отана в рамках программы Ельбасы «Будущее без барьеров» я смог трудоустроиться. Работаю онлайн. Все для моей семьи. Мы с супругой поставили перед собой цель – двигаться вперед. Депутаты, меценаты помогали нам материально, и мы взяли дом в ипотеку. Через 5 лет после аварии родился младший сын Бекзат. В новой квартире Габасовых царит атмосфера счастья и уюта. Семья активна, да и на работе на хорошем счету. Еркин Габасов работает у нас в спецзоне с 2017 года. Он показал себя хорошим работником. Никаких затруднений нет. Шинар обслуживает людей с ограниченными возможностями. Супруги, испытавшие трудности жизни, сейчас поддерживают нуждающихся в помощи земляков. Зарина Дюсекеева, Ердогуль Дадбасхазе, Ермек Махметов, Алмас Адвокасов, Кукшиакпарат.